Всем привет, дорогие друзья и гости канала, с вами Влад, он же Фатхимен. Я решил сделать спонтанный мини-подкаст, где я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, а также сказать пару слов от себя. Уважаемые дамы и господа, позвольте поздравить вас с наступающим Новым годом, с праздником, который, я надеюсь, принесет нам счастье. Я желаю вам и вашим близким здоровья, долголетия и исполнения всех ваших желаний и возможностей. Поэтому в этот замечательный день я хочу разделить с вами этот прекрасный праздник. С вами был Влад, всего хорошего и до новых встреч в этом году.